Смотри, что это такое? Антенны. Не-не, вот сюда вот загляни. Видишь? Столько антенн, ну, ты хочешь сказать. О-о-о, прослушечка. Да? А, нет. Нет? Смотри, куда идет. А что это за антенны такие, как бы, провода? Ну, вот сюда. Слушай, а почему идет сюда? Ну, и сюда, и сюда. Тут детонирует, типа, звук. Детонирует. Через стекло, типа, приемник. Что-то. Вот, подошел инженер. А вот еще здесь, смотри. Инженер-энергетик. Здесь такая же схема. ICE, что такое? BMW. Что это? Что это такое? Интересно. Стекло подсоединено, видишь? Может. Подогрев так реализован? Да не, подогрев, он отдельно у него провода. Что-то подогрев, странный. Подогрев. Странный. А вот здесь что-то. А, что-то... да, отдельные провода. Что за провода такие, смотри, обжаток. Ну, как типа, эти... коаксиальные, типа, да? Да, да. Может, тут станция связи какая-нибудь? Ну, о, станция связи. А вот здесь, посмотри, что такое, тоже как станция связи. Ну же, все сюда идут, да, обогрев. Обогрев сюда. Вот это что такое? Вот обогрев отдельно. Обогрев отдельно. И смотри, тут тоже как будто это... БМВ, АГЛ, что это такое? Это веди его. А, мегагерц, смотри, 433.92. Антенна. Модель. Свитер какой-то или что это? Антенна. Антенна, думаешь? Нет, а, вот антенна, наверное, да? Так, нет, типа, нет. Вот эта антенна, типа, по да, кузову? Да, может быть, верхняя в стекле. Веди, может, в интернете вот это название этого блока. Чё, ну, другое название, да? Сейчас посмотри. Какое же? Made in Germany, 6525. Мегагерц есть там? Ну, тут есть что-то распиновки. FM2. А, это радио. Хейзу. Что-то плюс. Да, да, это радио. Ну, бля, похоже на прослушку, да. Потом будет Стась виноват.